Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим постные оладьи на растительном молоке, без сахара, муки и яиц. Несмотря на это, они просты в приготовлении и очень вкусные. Для этого нам понадобится 50 граммов овсяных хлопьев, 150 миллилитров растительного молока, одно яблоко, 15 граммов грецких орехов, пол чайной ложки корицы и пол чайной ложки разрыхлителя. Первым делом в кофемолке измельчаем овсяные хлопья. В глубокой емкости смешиваем овсяную муку, 150 мл растительного молока, корицу и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем постоять ему в теплом месте 10 минут, чтобы овсянка немного набухла. Тем временем нарезаем яблоко на мелкие кубики. Грецкие орехи измельчаем ножом. Добавляем все это к нашему тесту и перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. На разогретую сковороду добавляем небольшое количество растительного масла и при помощи ложки выкладываем наши оладьи. Обжариваем их по 4 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо подаем с медом, посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся нежными оладьями. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!